Надоели сайты, где ничего не падает? Elite Drop – тот самый сайт по открытию кейсов, где вы сможете абсолютно бесплатно открывать ежедневно кейсы и получать крутые пушки, не тратя ни копейки. Заходи и испытай свою удачу. Всем привет, друзья, с вами Бритва, и неожиданно выходит новое видео. Ну, все потому, что добавили новые кейсы, я их должен открыть, потому что это интересно, это охуенный контент. Я не буду говорить, насколько это зашкварное обновление в очередной раз, я имею в виду про кейсы и перчатки. Скажу так, что через пару дней всем будет абсолютно похуй, как будто этого и не было. А я открыл столько кейсов, что мне заблокировали торговую площадку. И слава богу. Ну, в общем, смотрите, ставьте лайки и да... Никогда не открывать кейс CSGO, да. Наслаждайтесь, что выпадет хуйня. Бля, просто ни одного синего тебе не выпадет, все будет пиздато. Бля, на фиолетовый был сразу. Ебануться. О! Иди, стой! О-о! Хорош. Нихуя, это что за гейское оружие? Дальше, получив прикольные, красивые, синие оружие, я решил сделать крафт. Ну, комбинированный, там, из разных коллекций. Что, блядь? Что это за хуйня? О, юст новый! Е-е-е-е-е. Нихуя! Его цена варьируется от 800 до 1300 рублей, что я просто охерел. Я его сразу продал и... купил еще кейсы. Да, что же я мог еще сделать? Перчатки, которые стоят дохера денег... Я не знаю. Давайте. Пожалуйста, что-нибудь. Ну да. О! Нихуя! Ну и самое интересное начинается прямо сейчас. Эти моменты заставят вас просто угорать надо мной. Сколько перчатки стоят вообще в среднем? От 20, да, где-нибудь? От 20, да, тысяч. Пиздец. Бля, вот самый лучший скин в этом кейсе это Галил. Black Sand. Вот. Если ты против, иди нахуй. Это самый лучший, блядь, скин. Ладно, давай, я хочу Галил. Просто хочу Галил. Блядь, там статрек ФАМАЗ. Скаут ебучий пролетел, ты прикинь. Который, короче... Я уж думал, он тебе выпал. Блядь, кейс за вас, пацаны, открывай. 160 рублей, пожалуйста. Давай. Давай. Просто за вас. Все, открываю, похуй. За твое здоровье. БЛЯТЬ! НЕТ! Пацаны, блядь! Перчатки выпали? Пошли вы нахуй! Вы все... Я просто неудачник года. Скаут просто пролетел вот на писечку, блядь. В миллиметре? Блядь. Миллиметре, блядь! Я был прав. Это Габен тебя заманивает. Сука. Сначала он через три прокатился, потом через два, потом через одну прокатится. Я предупреждал. На чуть-чуть, блядь, нахуй! Я еще открою, мне похуй. Ладно. Да. А, сука, опять этот скаут, он заебал меня, блядь. Он проехал опять? Да пять. Сейчас Габен просто уже проклял. Типа, пидор. Вот, блядь, последний кейс, Габен, покажи, какой ты на самом деле. Давай, покажи свое имя. Громко. Он уже показал. Вот, ФАМАС, ФАМАС фиолетовый, заебись, спасибо. Все, до свидания, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Прямо с завода, блядь. Давайте посмотрим, сколько стоит, блядь. Вот это я понимаю, блядь. Я думаю, 1000 где-то. Сейчас продам, еще открою. А, блядь, 800 рублей, я ебал в рот. Продай, еще открою, Серег. Пацаны, два кейса, два кейса, пацаны, все, я... Ты заебал, Серег! Да, внимание, блядь, мне купили оружие, отстань. Просто мне выпало статрек нова, спасибо, блядь, да. Ну, рублей 200-300. Чё ты, блядь, от этой игры ожидаю, блядь? Не знаю, нахуй я, блядь, трачу деньги, блядь? Додумался. 500 рублей стоит эта хуйня? Спасибо. Дальше я не вижу смысла вам показывать, как я овер дохуя выбил синих оружий. Больше кейс я не собираюсь открывать. Жестко объёбываются, как в очередной раз. Желаний нету. Ну, а на самом деле я выбил достойное оружие, которое стоит приличных денег. Но все равно мне не удалось купиться по этому говно. Но я надеюсь, что вам этот ролик хоть немного понравился. Ну, конечно, как мне повезло со скаутом, это незабываемо. Поэтому поставьте лайки, и вот прямо сейчас можешь поставить. Мне будет приятно, с вами был Брито. Всем удачи и пока.